Привет, меня зовут Ника Жмакина, мне 5 лет, и у меня рассадки сегодня день рождения. Вы сегодня пришли на день рождения Югугожу на Николаик. Сегодня я покажу все игрушки. Вот это вся моя комната. Давай. Пойдем сюда. Ой, это у тебя замок такой большой. Так, вот тут есть моя коняшка. У нее сломалось крыло. Мне жаль, она погибла. Мне да. Очень жаль. На следующую перемену. Вот, покажи, как у тебя дверца открывается в замке. Сегодня мы будем строить пазл. Давай. Смотрите, я умею строить пазл. Вот, смотрите. Это... Надо аккуратно, потому что может сломаться. Если вот так, оно может сломаться. Так, потом берем вот сюда и ставим на белое место. Вон соберем. И сейчас мы будем строить крокодила. Но его зовут Крокизавр. Его зовут, он робот. Но он динозавр. Его зовут Шо-Жи-Жавл. Ух ты, интересно. И как... потом... Ты знаешь всех динозавров здесь, да? И потом всех знаю я. И, конечно, давай у меня есть страшная тайна. Есть когда-то вулкан. Есть в России вулкан. Вулкан? Да ты что? Ну давай, да, отстраивать и будешь рассказывать и свою историю. И потом строим. Это, значит, смотрите, от кого хвост? От кого это хвост? От динозавра, другого длинного хвоста. Ну, давай. Так, это вот сюда. Так, пока бабочку бьем, конечно. Ну, ничего. Зато все получится. Пазл же долго строить, ну ничего. Но мне кажется, ты достаточно быстро собираешь пазл. Я вот так бы не смогла быстро собрать, как ты. Вот так. Просто мне колонна, конечно, больше не буду надевать. Так, аккуратненько. Это голова самого злого дракона. Угу. Он может съесть, даже убить. Навсегда. Засиживался. И потом мы... Тебя трусы видно прям в кадре, очень некрасиво. Это. Да, вот так нормально. Так, это страшный, это самый живой динозавр. И, конечно, не подходите колючки. Она может носом прям... Глаз. Ну давай, да собирай до конца. И вот, так, мы почти достроили и будем начинать с другого. Так, мы, конечно, взрослые, мне 5 лет. И а вам сколько лет? Скажите под видео, если хотите, тоже видео написать. Скажите мне, и я выполню. Так, продолжаем. Вот так. Это вот, конечно, я знаю. Вот сюда аккуратненько. Аккуратненько. О, я почти делаю... уже получился динозавр. Да. Давай, и я все умею. Угу. И потому что вот это самый живой динозавр во всем мире. Он самый живой. Недобрый, необнимательный, а самый злой во всем мире. Он самый главный. Ну давай. Ну, еще главнее, это самый злой. Вот динозавр. Этот самый злой. Давай его до конца дособираем. И вот так набираем. Ой, это их маленькая дочка. Давайте сначала первую дочку соберем. Конечно, мы уже кого-то
уже собрали. Ну, мы почти все собрали уже, да, чуть-чуть осталось. Да, все собрали. И потом начнем с другого. Это самое красивое во всем мире. Мы по всех комнатам покажем. Все. Даже iPad. Послушай, вон за окном звезда уже обучена, ее время настало. Тот случай, когда пора раскручивать. Влево-вправо разучит слова страна, и слава будет велика. Но этого мало, замучит твоя простая музыка до полного зала. Продюсер, продюсер, ищешь блин, выгребай мусор. Продюсер, что скрывать, все давно уже в курсе. Ты продюсер, от тебя зажигаются звезды. Ага, ты хотел бы за мной, тебе уже поздно петь на сцене. Твое время стоит денег, ага. Твой выходной — это понедельник. В чем твоя хитрость? Говорят, ты всеми признан, а стало виста. Это просто бизнес. За окном звезда ищет продюсера. Наделена шибким бюстом, она напитана обычной музыкой. Зато видно даже издали. За окном звезда ищет продюсера. Наделена шибким бюстом, она напитана обычной музыкой. Зато видно даже издали. Девочки на каблучках, дорогой походочкой, потекли на кастинге, заходите, здравствуйте. Мальчики с бородочкой лежат переподночки молодой комиссии. Ну ладно, пару деталей мы потеряли, но ничего страшного, в принципе, почти все достроили. Так, пойдемте все покажу. Смотрите, какие цветы у меня. Да, это кто тебе такие подарил цветы? Это папа, у него много денег. Да. Слушай, это в честь какого праздника тебе? После выступления какого-то очередного, да? Да. Сколько тебе игрушек? Ну что, давай еще что-нибудь покажем. И попрощаемся на сегодня. Смотрите. О, здорово. А что это такое? Это моя подруга. Смотрите, что мне подарили на день рождения. Кабур. Смотрите. Ой, какая карета. Ой, какая миленькая карета. Это кто, маленький дракончик? Да, как зайка. Здорово, какая зайка. Ее можно садить в карету. Да, и можно покататься. Смотрите, да. Мы уже давно нашли вертолет. Так, смотрите. А вертолет, подожди, поставь. Давай покажем, какая у тебя смотрите, тут парковка большая. Смотрите, что мы почти но уже мы еще... достроили. Да. Это сюда мы? Почти, да, но немножко не достроили. Да, уже наклейки все. Без меня. Вот ну, такая ничего. Вот у тебя комната. Значит, да. Много игрушек, так, да, сколько всего. Так, пойдемте я другой. И главное, это самая наша красота, это зал. Пошли. Сломалась, да? Ну, ничего пошли. Страшного. Подписывайтесь на мой канал. Николай, всем пока!